На конкурс «Дети читают стихи» Кольцова Екатерина, 9 лет. Яков Аким. Утром кот. Утром кот принес на лапках первый снег. Он имеет вкус и запах. Первый снег. Он кружится, легкий, новый, у ребят над головой. Он успел платок пуховый расстелить на мостовой. Он белеет вдоль забора, прикорнул на фонаре. Значит, скоро, очень скоро полетят салазки с гор. Значит, можно будет снова строить крепость во дворе. Читала Кольцова Екатерина.